Но что мы видим? Стремительный Хадсон Хорнет рвется сквозь толпу к двойке лидеров. Неужели он и сегодня покажет чудо? А вот и оно! Невероятный маневр! И Хорнет впереди всех! Он лидирует с большим отрывом! Соперники позади! Его механик Вышлоп торжествует! Потрясающе! Ну что это? Хадсон Хорнет потерял управление! Хадсон Хорнет потерял управление! Последний миг торжества обернулось трагедией. Мы будем ждать известия о состоянии Хадсона Хорнета. Хотелось бы верить, что после такой страшной аварии сегодняшняя гонка не была для него последней. Да как же при таком уровне вы покончили со спортом? Я покончил. Это со мной покончили. Когда собрали по частям, я вернулся, и знаешь, что мне сказали? Ты спекся. И заменили перспективным юнцом. Я еще многое мог, но доказать мне не дали. Я собрал это, чтобы помнить и не возвращаться. А ты заставил меня снова окунуться в ваш гадюшник. Он еще долго мог выступать, но за него все решили. Не хочу, чтобы в конце концов и со мной так вышло.